Привет, друзья! Совсем недавно культовому фильму Алексея Балабанова «Брат 2» исполнилось 20 лет. Важной составляющей дилогии «Брат» всегда являлась рок-музыка. И вот, недавно пересматривая вторую часть, я заметил интересный момент. Перед вылетом в Америку Данила Багров закупается компакт-дисками. И мне захотелось узнать, какие же диски были на витрине ларька, когда снимали эту сцену. Кадр не очень четкий, но я попытался рассмотреть. Некоторые обложки мне сразу бросились в глаза, так как они мне знакомы с детства. Другие распознать было сложнее. Итак, «Белый орел», «С высоких гор спускается туман», Андрей Губин, «Только ты», Александр Малинин, «Венчание», «Хай-фай», «Репродукция», Михаил Шафутинский, «Ну и ради бога», Никита, «Улетели навсегда», альбом Адриана Челентано, Валерий Леонтьев, «Каждый хочет любить», одноименный альбом певицы Алсу, The Best of Joe Cocker, Bad Balance, Город джунглей, группа Демо, Солнышко, Таркан, Запрещенные барабанщики, Убили негра, первый альбом Земфиры, Алла Пугачева, Да, Михей и Джуманджи, Сука любовь, Гости из будущего, Беги от меня, Сергей Наговицын, Разбитая судьба, сборник песни нашего века, Сплин, Алтависта, Николай Носков, Паранойя, Марина Хлебникова, фотоальбом, а в руках Данила держит «Яблоки Тай» группы Nautilus Pompilius. Из вышеупомянутых дисков у меня в коллекции только 7. Это переиздание первого альбома «Земфиры», переиздание альбома «Михей» и «Джуманджи, сука, любовь», «Никита, улетели навсегда», «Алсу», «Сплин», «Алтависта», «Nautilus Pompilius», «Яблоки Тай» и группа Демо «Солнышко». Спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. До скорых встреч. Пока.